Эй, привет всем, это я, ветеран. Привет, ветеран, как персонаж. Дела? Я один из главных героев в этом сериале. Ура! Ну, в общем, это мод Джина. Вы, должно быть, это знаете, потому что вы видели это в названии, когда кликали на видео. Ну и сейчас я вам расскажу, какие тут способности. Ну, в общем, вы можете делать все, что умеет делать Джин. И первое это... это способность стрелять молниями, ну типа как пулями из пистолета. Ну вместо пуль тут молнии. Ну а следующая способность это та-да. Та-да — это штука, которая убивает людей. Но важная штука здесь в том, что когда вы убиваете кого-то, тело не остается, оно попадает внутрь лампы. И это просто круто. Просто круто. Но ты должен быть очень близко, чтобы сделать это. Ну и последнее — это Алаказам. Когда ты открываешь карту, ты можешь выбрать любое место. Тыкаешь на это место и бум, Алаказам, ты там. Это как будто бы ты используешь волшебный ковер, чтобы передвигаться. Ладно, давайте начнем. Это выскажите. Ребята, вы не задумывались, что это странно, что я и игрок в этом месте никогда не играли? Предатель. Разбегаемся, народ. А почему он так злобно смеялся? У меня никогда не было друга. Ладно, нужно делать тут задание. О, привет, Фламинго, как дела? У меня все хорошо, как у тебя дела? Знаешь, люди тебя не любят, потому что ты тут новенький. Но не я, я всегда готов к новым знакомствам. О, спасибо, капитан. Ты хочешь быть моим другом? Ну, я с удовольствием. О, отлично, отлично, потому что первое, что я делаю со своими друзьями, это засасываю их в лампу. Теперь ты в ней навечно. Отлично, нет никакого тела, так что его никто не найдет. Привет, ветеран! 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 Да, чего, привет? Почему ты меня не отвечаешь? Я тебя не слышал. Это Лос, и ты это знаешь, что случилось, поговори со мной. Чувак, я сейчас занят заданием, нужно сделать это задание, давай быстрее. Я просто чувствую, чтоб тебе накопилось много злобы. Чувак, слушай, иди займись другим, а я этим, хорошо? Так, посмотрим, что тут у нас? Воу, эй, Какаш? Обнаружено мертвое тело. О боже мой, маман, что ты видела? Ну я видела много молний, они пролетали мимо меня. Какаш принял удар на себя. Он спас меня и моих детей. Так что я хочу объявить минуту молчания в честь Какаша. Да он герой. Так это был Какаш, а я просто думал, кто-то вляпался в собачьи какаски. Я увидела Джина там, потом я испугалась и убежала. О боже мой. Да, точно, он был там, в этой маленькой комнате рядом с кафетерием. Так кто был Джином? Я не знаю, кто это был. Я не знала, что Джины такие молчаливые. Ребят, я знаю, как узнать, кто был Джином методом исключения. Ну, как? Хорошо, это не я. Я и ветеран, мы были какое-то время вместе. Я пытался понять, почему он мне не отвечает. А потом в том месте, где находятся коробки, я увидел Бидея. И он показался мне совершенно нормальным. Ты помнишь Бидей, да? Да. Так что это не оставляет нам выбора. Нам нужно выгнать кого-нибудь рандомно. Хорошо, глупышка Бидей и я, мы были в администрации в конце раунда. Знаете, я здесь буду самым ответственным и взрослым, и просто пропущу голосование. Хорошо, давайте пропустим голосование. Я голосую против ветерана. Да, ветеран, я не знаю, ты какой-то подозрительный. Да, это потому, что ты хочешь пропустить голосование. А, ну ладно. Ты как всегда в своем репертуаре. Вы, ребят, так глупо выглядите. Среди нас только одна выглядит как глупышка. Да нет, я выгляжу как маман. Если ты даже не предатель, мне все равно. Ветеран не был предателем. Так, все, делайте свои задания. Это касается и вас, призраки. Так, пора телепортироваться с помощью моей способности. Я открою карту и скажу... Алаказам, и бум! Алаказам? Алаказам? А что? Это же Джин! Беги так, все, быстро, полезайте в мою лампу! Так, все, я сделаю репорт! Экстренное собрание! Так, хорошо, там был Джин. Где? Я видел... Кого ты видел? Я видел Бидея, я видел глупышку, и еще я видел... О, боже мой, я видел маман, это должно быть она! О, нет, только не маман! Так же это может быть капитан или мистер Яйцо. Но это был не я. И это был не я тоже. Я был с глупышкой и Бидеем в конце раунда. Да, в конце прошлого раунда, но не в этом раунде. Да, когда по всем ударяли молнии. Стойте, мы же не видели мистер Яйцо. Да, и нас преследовал Джин. Я его не взлюбил с самого начала. Быстрее, мистер Яйцо, какой твой любимый диснеевский мультик? Рапунцель. Король Лев, правильный ответ. Пока, мистер Яйцо, пока. А мне нравится фантазия. Было бы смешно, если бы он сказал Аладдин. Мистер Яйцо не был предателем. Так, ну все, теперь я точно смогу выиграть игру. Прости, детка. Ладно, я покажу вам свою Алаказам силу. Так, посмотрим.
Ну, наконец-то! Так, ладно, похоже, тут никого нет. Нужно сделать это быстро. Эй, ребят, зацените ребенка маман. Он просто там сидит. Ну-ка посмотрим, там здесь мертвое тело. Черт! Ладно, я думаю, я нашел тело. Тисе, мистер Сыр, мистер Сыр, мистер Сыр, мистер Сыр, мистер Сыр, это Бидей, что это ты? Нет, это не я. Это был Бидей, все знают, что это ты, капитан. Так что это он. Нет, какой Бидей, чувак, ладно, прекращай. Нет, это он Джин, потому что он синий, а черт. Мой блеф тут не сработал. Убивайся отсюда, капитан. Капитан был предателем. Ну ладно, это было весело. Предатель. Разбегаемся, народ. Да, все разбегаемся, народ. Разбежались. Разбегаемся, народ. О, отлично, я рад, что здесь собрались все основные персонажи. Да, такие, как я, Бидей. О, нет, не ты, я имел в виду нас, крутых персонажей. Это потому, что Бидея никогда не пригласят на мой день рождения. О, смотрите, тут фламинго, у меня есть друг. Эй, ребят, не поймите меня неправильно, но, допустим, кто-то из нас Джин, и он делает свои волшебные штуки. Мы это сможем как-то увидеть или... узнать? Да, мы можем увидеть большого Джина. А, ну ладно, хорошо. Ты его точно узнаешь. Но лучше его не встречать, да? Нет, конечно. Эй, капитан, а что находится здесь внизу? Я никогда здесь раньше не был. Что, правда? Мы столько играем, и ты никогда здесь не был? О, боже мой, это же Джин! Да-да, а вот и Джин. О, это было очень круто, мне понравилось. О, боже мой, это Джин! И ты тоже умрешь, вот тебе молния. О, боже мой, тут мертвые тела. Обнаружено мертвое тело. Вот что происходит, когда вы не делаете свои задания, как хорошие мальчики и девочки. Ребят, вы не поверите, я делал свои задания оттуда... Я понятия не имею, кто это был, но кто-то превратился в Джина и убил этих двоих с помощью молнии. Мне повезло, Джин меня не заметил. И я смог сообщить о телах. Это должно быть фламинго, потому что я его ни разу не встречала. Такой большой и страшный. Кстати, я видел Какаши, он был там неподалеку. А я видел мистера Яйцо и Бидея, они были рядом с Какашем. И все они были вместе. Но не знаю, Бидея, у тебя полно проблем, чтобы выпустить их на лузу, ты очень подозрительный. Я не подозрительный, я... Посмотрите на этот сарик у него на голове. У него в голове один ветер, я плаваю. А у тебя в голове один сыр. Мне нужно узнать, кто убил моего парня. У него будут все десны и неприятности, потому что я хочу отомстить. Боже мой, глупышка, это просто чертова игра. Это ты чертова игра, мистер Сыр, ты понял? Чего? Ладно, Какаша, ты что скажешь? Вау, никакого раскаивания. Стойте, я видел, возможно, уже поздно, но я видел Какаса. Он был на другой стороне карты. Да, он мог туда телепортироваться. Так вы, ребят, говорите, что это Бидей, да? Ну, я голосую против Бидея, потому что, возможно, это даже парень. Да, как ты смеешь? Ну, давай, Какаш. Какас, ты должен проголосовать. О, нет! О, бедный Какас. Маман, за что? Ну, я тебя не знаю, так что я решила против тебя проголосовать, прости. Какаш не был предателем. Синий Какас! Знаете что, ребят, это заставляет меня думать, что это все-таки Бидей, потому что Бидей оклеветал Какаша. Стойте, ребят, это очень важно. Вы заметили, что здесь теперь хорошо пахнет? Теперь запах здесь намного лучше. Так, хорошо, хорошо. Пуф, и я теперь Джин. Отлично, круто, теперь я применю Алаказам и... бум! Это просто супер! О, а кто тут у нас? Да ты просто стой на месте! Так, ладно, пора отсюда сваливать. О, я вооруженный. Так, надо кого-нибудь поместить в лампу с помощью тада. Я применю эту силу против мистера Сыра. Или лучше против глупышки. Глупышка, иди сюда, глупышка. О, отлично, она в лампе, она полностью в лампе. Я сделал это было круто. Нарушено мертвое тело. Так, ладно, какого черта тут происходит? Почему все умирают? О, боже мой, так много людей уже умерло! Это просто безумие! Я собираюсь так же обвинить Бидея! Да, это должен быть он! Нет. Да, это он! Кто-нибудь вообще слышал Джина, как он вообще звучит? Это по-любому Бидея! Ребят, я говорю вам, что этот Джин просто гениальный игрок! И это должно быть Бидей, потому что мы думали на него в прошлый раз! Стой, ветеран, я слышу какой-то странный тон в твоем голосе! Что ты имеешь в виду, мою натуральную хриплую крутость? Я просто злюсь, потому что я выполнил 8 заданий, а скала заданий все еще на середине.
Все здесь, включая и вас, призраки. Идите делать свои чертовы задания. Да, точно. Я делаю задания. Мне осталось сделать только одно задание. Да, и какие задания ты делал? Ну, я делал одно внизу справа и одно наверху слева. Да, и какое именно задание ты делал внизу справа? Стойте, ребята, кто такой вообще этот фламинго? Привет, кто этот фламинго? Выгоните его сейчас же. Убить чужака! Выгоняйте его! Тебе стоило проголосовать против меня, глупая ты птица! Чувак, мистер Сыр, слушай, я думаю, это все-таки Бидей! Фламинго не был предателем, мне все равно, ему просто повезло! Нет! Так, ладно, я пойду закончу свои задания! Да, точно, иди заканчивай! Эй, Бидей, зацени это! Полисай лампу! Победа! Я выиграл! Но я не умер, я чувствую, что я тоже выиграл! Ну, это было бы неправильно, но ладно! Конец! Понравилась озвучка? Тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. А также не забывай смотреть другие анимации на моем канале. Спасибо за просмотр!